уровень достаточно хороший, контакт. В нападении порой что-то не получалось из-за того, что они правда дают хороший контакт, осекают. Но это полезно, 100%. Команда сегодня защищалась очень хорошо, это нам помогло. Мы в третьей четверти смогли догнать, и потом в овертайме смогли отыграть там 5 очков. С помощью защиты все. Овертайм — это как бы это баскетбол в целом. Ну что, от этого никуда не деться, ты должен выходить и играть. Играем за победу, мы очень хотим выигрывать. И в каждом отрезке стремимся сделать максимум. Когда соперник тоже хороший, тоже стремится сделать максимум, это близкая игра. То есть да, мы не планировали, что будет овертайм, но он случился, и мы были готовы. И продолжили делать свое дело. Большое желание выиграть позволило капитану команды, лидеру, забрать на себя ту самую вещь, которая принесла нам победу. И вот когда он бросал, я уже не сомневался, что он забьет, и мы выиграем.